21 июля состоялась пресс-конференция Операционного комитета ИОФ Баку-2019, посвященная последним подготовительным работам 15-му Европейскому юношескому летнему Олимпийскому фестивалю. Министр молодежи и спорта Азат Рагимов отметил, что спортивные объекты, где пройдут соревнования, и деревни атлетов приведены в полную готовность для проведения фестиваля. Министр сказал, что в течение 7 дней спортсмены из 48 стран будут бороться за награды. Азат Рагимов подчеркнул, что до сегодняшнего дня на соревнования продано 6750 билетов. Он сказал, что на некоторые соревнования продано 60% и на другие 50% билетов. Насчет расходов спортсменов министр отметил, что каждый иностранный спортсмен платит 90 евро. На эти деньги обеспечивается ежедневное трехразовое питание. Транспортные вопросы также решаются странами-участницами, сказал министр. Он сообщил, что на церемонии открытия-закрытия проданы все билеты. Президент Европейского Олимпийского комитета Янис Касьянчич, руководитель Координационной комиссии Олимпийских комитетов Европы Джорджи Висачки отметил, что фестиваль, организованный на высоком уровне, станет большим стимулом для спортсменов на пути к Олимпиаде. Севда Джафарова, Мисал Видадоглу, Наль Бабаев, Азертач.